С вами Рома. Всем привет! С вами Рома. Сегодня мы будем играть в охотник на монстров. Добро пожаловать на болото. Сначала поупражняемся на чучеле. И вот, смотрите, он берет и забирает. Отлично! Пора поискать свежего мяса. Извините, я заикаюсь. И, кстати, извините, чтобы не было так долго видео, просто я болел еще. Кстати, я больше Майнкрафт не буду снимать, а то он у меня лагать стал. И вылетает. Мы на месте. Зомби обычно прячутся в деревьях. Придется поразкинуть мозгами, чтобы их выманить. И вот он забирает. Смотрите, берем сейчас. Главное, чтобы зомби не убежал. Все. Мы прошли уровень. Отлично. Управляешься с каракуном Эй-Джей. Возвращайся в кафе. Зомби пойманы. В кафе. Хорошо, поработал Эй-Джей, но настоящая работа только начинается. Какие сочные, так и хочется уже начать их выжимать. И да, вот где творится настоящая магия. Готов начать? Загоняй твоих зомби в зомбо-выжималку и начинаем. Не торопись и сильно не дави. Смотрите. Вот такой сок получается. Новый уровень, 2. Экипировка. Начало положено. Пора задумать о будущем. И интересно... Пора задуматься о будущем. Известивать во всяких новогодних прибамбасы. Зайди в магазин оборудование и купи ранец на наших кровно заработанных. Заходим в магазин. Купаем. Молодцы. Итак, мы достигли 3-го уровня. Ну, давайте уже не будем читать, что здесь будет. Пойдем опять ловить зомби. Давайте ловить зомби. Поехали! Мы уже одного поймали. Пошли второго ловить. Давайте разбрасываем это мяско. Раз, два. Продолжаем. Извини, что так много продолжений сейчас. Просто мне мешает видео. Эй-Джей, у меня хорошие предчувствия. Все, давайте, заканчиваем. Так, давайте выпускаемся зомби. Продолжаем. Во, у нас новый уровень. Но
Новый коктейль, новый зомби, новый питомник. Купить зомби-выжималку. Улучшить мощность. Купить. И у нас теперь еще одна соковыжималка. Мы можем купить себе. Нет, даже не купить. Улучшить можно. Но давайте сейчас пойдем и поиграем. Еще обнаружили зомби. Давайте ловить. Это все-таки охотник на монстров. Поймали. Так, давайте монетки заберем. Так, давайте продолжаем. Смотрите, ой, он съел. Все, поймали. Что-то у меня вылезло здесь. Смотрите. Ой, у него прочность. Все, ловим. Поймали. Осталось еще два зомби, которые здесь. Поймали. Все, задание выполнено. Чувак, давай, забирай меня сейчас быстрее. Это мне страшно. Давайте продолжим охоту. Зомби обнаружен. Поймали. Поймали. Так, осталось два зомби. Ну где они? А вот они. Ой-ой-ой, у нас сейчас зомби убежит. Давайте. Поймали. Забирай меня! 4 есть, 5 тоже. Давайте пойдем в кафе, чтобы не ждать. Так, посмотрим-ка. Пошлите за деньгами. Охота на монстров продолжается. И, кстати, скоро я сниму свое видео, где я буду видели, как я его забашку сейчас? Он стоит!
Стоять, говорю. Все, одного поймали. Нет! Нет! Вы понимаете, мы потеряли! Мы их потеряли! Ладно, продолжаем. Кстати, кто хочет увидеть меня, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я покажу, как мы с другом построили шалаш. И мы шалаш построили благодаря веткам и травам. Шалаш получился классный. Там нужно много чего еще сделать. Немножко пол доделать. И нам нужно еще доделать стенку. Так что давайте. Лучше ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если это видео наберет 4 лайка, то я прям вам это пришел. Опа! Стоять! Че молчим? Продолжаем. Все готово! Ну, наше видео подходит к концу. С вами был Роман. Всем удачи! Всем пока!